Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Билл Джаклин, английский художник, родился в Лондоне в 1943 году. Вот что мне удалось узнать об этом художнике в интернете. Родился в Лондоне в 1943 году. Билл Джаклин изучал графику в школе искусств Уолтем Стоу в Лондоне, после чего работал графическим дизайнером в студии 7. В 1962 году возвратился в Уолтем Стоу, чтобы изучать и живопись, и впоследствии продолжил учебу в Королевском колледже искусств с 1964 до 1967 года. С 1967 по 1975 преподавал в школе искусств Челси, в Королевском колледже искусств и в школах Кента и Суррея. Первоначально увлекся абстракцией. В середине 1970-х его работы стали отображать эффекты света и движения. В 1975-м Джаклин Клин был награжден стипендией Совета по культуре и искусству. В этом же году прошли его первые две персональные выставки в галерее в Лондоне. Джаклин выполнял много заказов, в частности Государственного банка Англии, ресторана «Иви», Вашингтонского аэропорта, для северного терминала Национального аэропорта в Вашингтоне. В 1985 году художник переезжает в Нью-Йорк и концентрируется на живописи городских пейзажей от крупномасштабных холстов, изображающих толпы народов движения, до маленьких гравюр. В 1991 году был избран королевским академиком, а в 1993 стал официальным художником Британского совета в Гонконге. Сейчас Джаклин Клин живет и работает в Нью-Йорке. Вот все, что мне удалось найти о английском художнике Билли Джаклин. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.